Блин, поэтому я фокус потерял. Узон. Ага. Сазон КМЗ-2019. Давай я. Ага. Сейчас. Тут и Скобль был, и еще Самса. Да, Михаил Самсонов. То есть. В один голос. 19-й год, да. Да. Только жалко, что не музыкальный. Угу. О, потолок зеркальный, жесть. Да. Блин, фокус тут. Не да, тупи. Бывает такое, тоже теряет фокус. У тебя тоже, я помню, ты потерялся. Ну фокус. Да, очень сильно нервничал. Походу, с таким фокусом мне придется снимать. Хотя через какое-то время выровняется. Ну да, вот. Если поднести к надписью, то выровняется. О, все, выровнялся. Я так и делаю. 405-19. 405-19? Ну да. Грузоподъемность 405 человек, год 19 выпуск. Вау. Вверх ногами перевернули, надо. Да, кстати, у меня на первом этаже то же самое. Вот невнимательный монтажник. Вау. Нормально так. Ага, красота. У тебя 4К, наверное, и 60 FPS. Ну, по-моему, так где-то. У меня тоже. Вау. Сейчас заодно. Вид. Вид. Кстати, да, как тебе тот видос там, где я... Сейчас скажу, там, где я снимал ТТФ. А, круто. Скажи, монтаж вообще классно. Да, идеально. Профессиональный. Да, даже я такого не делал. Ну там еще один блогер есть тоже снимать, но он во Владивостоке же, он такой монтаж делал, этот пипец. Ага. Да, кондиционер это топ. Ага. Лучше, чем ЕЛМ. Ну да. Получше, чем ЕЛМ. И подороже стоит это. Mm-hmm. А прикол концерт бизнес-класс? Да. Я это вообще круто. Да. Это ГГ. Ага. Ну, и КМЗ, конечно, дорогой. Ага. Ну, чтобы я в Лепмаше бизнес-класса, я вообще впервые увидел. Ну, когда да. На бульваре Дмитрия Донского перепрыгнул. Это да, вообще. Говно под, как говорится, под прикрытием. Да. Точно. Говно под прикрытием делаем. Нормально. Нормально, так сказал. Ага. Я говорю.